Стали известны подробности конфликтной ситуации, когда глава Чечни Рамзан Кадыров под телекамерой отчитал президента компании «Югнефть» и спонсора спортивных мероприятий Асламбека Ахметханова за застолье во время карантина и скандальный тост, оскорбляющий ислам. По данным медиа, Ахметханов, которого Кадыров назвал чертом, является местным криминальным авторитетом. «Покажи теперь свое мужество. Я тебе говорю, ты не мужчина. Ты объект проклятия Всевышнего. Ты козел. В этой республике действует то, что мы говорим. То, что говорит Всевышний. Пророк и то, что диктуют чеченские традиции и закон». Перевел слова главы Чечни, обратившегося к бизнесмену на чеченском, телеграм-канал «Кавказский дозорный». «А ты пришла и нарушила», обращается в женском роде, «все возможные законы». Недовольство чеченского политика вызвало огромный арсенал оружия, найденный в доме Асланбека Ахметханова. «Мы столько оружия у тебя изъяли, что уму непостижимо. Даже у нас его столько нет. Советую тебе рассказать, как и зачем купил столько оружия и на кого работал. Это твой единственный шанс спасения. Мы и так все знаем. Если не расскажешь, клянусь, я заставлю тебя вырезать всю республику, очищая каждый район». В ответ бизнесмен попросил прощения и пообещал, что не повторит свое недостойное поведение. По данным медиа, бизнесмен Ахметханов, которого Кадыров назвал женщиной и чертом, является криминальным авторитетом. Официального подтверждения этой информации на данный момент не обнародовано. В системе ГАЗ-правосудия не удалось найти уголовные дела в отношении отчитанного Кадыровым бизнесмена. Комментарий самого Асланбекова Ахметханова по поводу инцидента и подозрений в его связи с криминальным миром нет.